Депутаты Одесского облсовета поддержали в запрос относительно перерегистрации коммунального предприятия «Фортеця», на балансе которого находится Керманская крепость. Дело в том, что сейчас прибыль от функционирования исторического объекта получает областной бюджет. А налоги и сборы КП «Фортеця» платят по месту регистрации, то есть бюджет города Одессы. В то же время уборкой мусора, обслуживанием парковочных мест возле крепости, дорог и тротуаров, обеспечением внешнего освещения занимается мэрия Белгорода-Днестровского. По мнению депутатов, справедливым решением будет изменение юридического адреса КП «Фортеця», чтобы последнее платило налоги в бюджет города, на территории которого и находится крепость. Теперь профильная комиссия областного совета должна подготовить соответствующий проект решения, которые вынесут на одну из ближайших сессий.